теледива Дана Борисова активно ухаживает за собой. Знаменитость – частый гость в кабинете косметолога и пластического хирурга. Так, накануне блондинка перенесла подтяжку подбородка. Борисова решила вернуть себе четкий овал лица, как в юности. Когда после операции Борисовой сняли бинты, она ахнула от неожиданности. На подбородке и шее Дана увидела жуткие кровоподтеки. По словам знаменитости, медики полчаса разбивали жир под ее кожей. Подарок себе сделала, и теперь от уха до уха я вся сине-черная. Думала, просто потяжка будет, но мне сделали полноценную операцию, как пластику, рассказывала теледива. С момента операции Борисовой прошел уже месяц. Знаменитость потихоньку восстанавливается. Однако следы хирургического вмешательства все еще не прошли. В сети обсуждают кадры недавнего интервью Даны. На опубликованном ролике отчетливо заметны следы операции, словно шрам от уха до уха. Публику итог работы медиков напугал. «Я хотела делать себе подтяжку подбородка, но теперь как-то не знаю, что за мясники это делали. Да норм все у нее, через пару месяцев красоточка будет. Как будто пришила новое лицо», рассуждают оторопевшие пользователи сети. Тем временем сама Дана Борисова довольна результатом подтяжки подбородка. Артистка уверена, что следы от операции скоро исчезнут, и она будет радоваться отражению в зеркале. Стоит напомнить, что в погоне за идеальной внешностью Дана Борисова порой идет на неоправданный риск. Ранее звезда использовала инъекции для диабетиков, чтобы похудеть. В результате знаменитости потребовалась госпитализация.